Община в Сочи считается одной из самых многочисленных в Краснодарском крае. В канун Песаха многие пришли с семьями в синагогу на праздничную молитву и совместную трапезу. На столах вместе с традиционными кошерными яствами есть обязательные пресная лепешка, маца, хрен и сырой лук. Последние символизируют слезы евреев, которые они проливали, находясь под гнетом фараонов. Почему праздник Песах? У нас очень много странных блюд. Это очень интересно. Даже много из них невкусно вообще. Весь праздник Песах дает папа и мама возможность учить дети, кто мы есть на самом деле, откуда мы и куда мы должны идти. Допустим, весь праздник – это образовательный праздник. Отдыхать, развлекаться и навещать друг друга евреи будут в течение всей праздничной недели. Но самыми торжественными для них считаются два первых и два последних дня Песаха. В это время иудеи не работают.